Привет, друзья! Меня зовут Илья Пономаренко. Я являюсь консультантом по маркетингу, бизнесу и личностному росту. И в этом видео я расскажу вам о секретной формуле, с помощью которой вы сможете продавать ваши продукты более эффективно и более выгодно. Продукты я имею в виду, либо это какие-то физические товары, либо это ваши тренинги, или это инфопродукты, либо это коучинг и так далее и тому подобное. И для этого в первую очередь вам нужен аккаунт YouTube. В чем заключается формула? Секрет ее, почему эта формула такая эффективная? Потому что она позволяет вам работать только с теми людьми, с теми клиентами будущими, которым реально и действительно интересно то, что вы им предлагаете. То есть эта формула позволяет вам из холодного трафика получить горячий трафик, причем, как правило, абсолютно бесплатно. Платными способами можно увеличить, усилить поток трафика, но он работает, в принципе, абсолютно на автомате. Итак, в чем заключается смысл этой формулы? Вы берете, составляете три видео. Три полезных, важных видео на одну тему, которая... И все эти три видео должны быть связаны друг с другом. То есть первое видео должно вести на второе видео по смыслу, да, по содержанию. Второе на третье, да, и так далее. Вы берете первую часть... или вы снимаете просто видео одним куском, да, одной частью, потом делите это на куски. Вы берете первое видео и заливаете его на YouTube по всем правилам оптимизации, да, заливаете его на YouTube и делаете его открытым, в открытый доступ. Дальше, в описании этого видео вы даете ссылку на второе видео. И второе видео должно быть скрыто от всех. Это некий фильтр. То есть люди, которым реально интересно то, что вы рассказали в первом видео, захотят узнать дальше. А что же там дальше? И они, когда посмотрят описание видео, да, YouTube видео, они увидят там ссылку. Не пишите много, не пишите, как обычно, да, мой YouTube канал, социальные сети, как это обычно делается, да. Напишите просто коротенькое описание и ссылочку дайте туда на ваше закрытое видео на YouTube, да, которое приватно сделано. Дальше, все те... Холодный трафик попадает на первое видео, да, которое всем доступно. Дальше, те, кому реально это интересно, то есть уже горячий трафик, которым действительно интересно вы как личность, да, то, что вы там рассказали в первом видео, они хотят узнать это дальше, реально, да. Те, кому не надо, они посмотрели, ушли, сказали, о, еще один такой человек там какой-то, да. Те, кому реально интересно, они пойдут дальше. И они нажмут на эту ссылку и попадут на ваше закрытое видео, где вы рассказываете следующую часть, да, логически, которая продолжает тему из первого видео. Дальше. Человек смотрит это второе видео, нравится, не нравится, да, смотрит, окей. Тут еще фильтр один стоит, который отсеивает еще одну ненужную массу. В описании второго видео вы делаете точно так же, как и с первым видео. То есть вы берете коротенькое описание и ставите ссылку на третье видео. Но, внимание, ссылка на третье видео ведет на страницу захвата. Она не ведет на страницу YouTube, где еще одно видео под приватным, да, образом скрыто. Оно ведет на страницу захвата. Я думаю, если вы особенно заняты в интернетном, зарабатываете деньги в интернете, то вам знакомо, что такое страница захвата. То есть страница, где собирается email-адрес, да. И на этой странице захвата вы говорите «Окей», пишите, то есть там можно даже текст, можно тоже видео такое, ну, в общем, это, в принципе, даже и не важно, потому что человек уже прошел два фильтра человек прошел, чтобы получить всю информацию, то есть он уже готов, ему уже интересно, он уже подогрет, скажем так, да.
На странице захвата вы говорите примерно следующую информацию. Для того, чтобы получить третье видео, просто введите, нажмите там сюда, да, и введите ваш email, и я вам по почте вышлю третье видео, где вы узнаете следующий секрет, там, следующий шаг и так далее и тому подобное, да. Человек, которому это реально, то есть, интересно, он уже дошел до этого момента. В принципе, здесь будет очень хорошая конверсия. Человек вписывается, вы ему по почте отсылаете следующую часть, да, заключительную часть, ваш третий урок там, да, или третье видео из темы, которую человек смотрел. Но когда человек подписался, да, страничка, которая у него потом должна открыться, это ваша продающая страница. Это лендинг, где вы будете предлагать уже ваш товар, вашу какую-то услугу, сделать какое-то действие следующее, что-то купить. Человек, да, должен будет уже на этой страничке у вас. Таким образом, вы автоматически отсеиваете всех ненужных людей. YouTube трафик, он бесплатен, как правило, да, то есть, если вы правильно оптимизировали ваше первое видео по всем параметрам, по всем правилам, по всем стратегиям, как это нужно делать, да, то вы будете получать целенаправленный трафик уже на само видео, а отсеиваются все ненужные уже будут люди по вот этим вот ссылкам, да, в описании. То есть это, ну, можно сказать, даже трехкратный фильтр, который подогревает вашего клиента, будущего, к покупке. То есть не купить, в принципе, если он прошел такой долгий путь, ну, будет просто человеку тяжело. Ну, если вы, конечно, не толкали в своих видео какое-то фуфло. В принципе, вы должны всегда учитывать тот факт, что если вы делаете что-то бесплатно, то оно должно иметь ценность, ну, минимум, я не знаю, 10 тысяч. Если вы делаете что-то платное, да, то оно, ценность этого продукта, товара, услуги должна быть минимум в 2 раза больше той цены, которую вы просите за этот товар. Только так и никак иначе. Я надеюсь, это видео было тебе полезно, вам полезно. Внедряйте эту систему, эту технологию. Так практически никто еще не делает в России, да, это очень хорошая фишка, которая поможет вам сэкономить очень много денег. Кстати, трафик на бесплатное видео можно усилить при помощи платных объявлений в YouTube, да, как Google AdWords, это будут видео ads, да, но это уже как бы, если ты хочешь отдавать деньги, а бесплатно, вот, настраиваешь видео, которое видят все, да, бесплатно первое видео, настраиваешь по всем параметрам его видео оптимизации, и все, машинка пошла, закрутилась колесико. Я надеюсь, это видео было для тебя полезным. Ставь лайк, делись им со своими друзьями, подписывайся обязательно на мой YouTube канал, чтобы и дальше получать полезную и нужную информацию, которая поможет тебе в твоей жизни и в твоем бизнесе. И поскольку ты это видео досмотрел до конца, я делаю тебе подарок. Прямо сейчас надо мной или под этим видео ты найдешь ссылку на мой бесплатный пока что тренинг, который называется «Стартап Капитал. 20 способов, как найти деньги на первый бизнес и открыть его». Даже если ты не собираешься открывать бизнес, этот тренинг тоже тебе подойдет, потому что я подозреваю, что пара лишних тысяч рублей тебе абсолютно не помешает. И этот тренинг подходит для обычных людей тоже, потому что те способы, которые я там даю, они помогут тебе в принципе получить деньги, да, заработать деньги максимально быстро. А куда их применять, куда их инвестировать, ты уже сам решишь для себя потом. Либо ты потратишь это на открытие бизнеса своего первого, либо ты их там потратишь на какую-то покупку, либо там куда-то еще, куда тебе сейчас это более актуально и удобно. Не теряй такую уникальную возможность, потому что если ты сейчас смотришь это видео, ты уже думаешь в верном направлении, ты уже делаешь что-то, чтобы изменить свою жизнь. Ты уже отличаешься от тех неудачников, которые находятся вокруг тебя и в этом мире. Действуй прямо сейчас. Прямо сейчас нажимай на ссылку под этим видео или вот здесь надо мной и качай бесплатно свою копию тренинга
20 способов, как найти деньги и открыть свой первый бизнес, стартап капитал. Внедряй технологии и получай сразу результаты. Проверяй то, что я тебе сейчас говорю, в действии. Только действие, только действие определяет успех в твоей жизни. Только действия дают изменения в твоей жизни. Действие равно результату. Без действия думание дает ничего абсолютно. Только действие. Мы увидимся с тобой в следующем видео. До связи. Пока.